День открытых дверей. Так ежегодно называется мероприятие, с которого после летних каникул начинает свою работу Курагинский дом детского творчества. Ведущие, педагоги Дома детского творчества в образах любимых героев фиксиков, встретили гостей праздника. Директор Дома детского творчества Татьяна Гусева, как радушная хозяйка, обратилась со словами благодарности к родителям, а воспитанникам пожелала в новом учебном году новых побед и дальнейших успехов на дороге творчества. Для вас наш Дом детского творчества, открывая свои двери, говорит о том, что много интересного, увлекательного, познавательного вы найдете. Не все складывалось удачно. Противная Шапокляк засомневалась, что в этом доме встречаются талантливые люди, и ребятам пришлось доказывать это делом. У вас ничего не получится. Все детишки сидят такие мрачные, такие скучные, и нет ни одного одаренного ребенка. Нет, ребята, нет. Нет, это не правда. Правда, среди вас же много одаренных деток, правда же? Так, ну-ка, посмотрим. Давайте, показывайте. Для ознакомления с работой творческих объединений зрителям была представлена презентация, рассказывающая о каждой программе. Ребятам была предложена экскурсия по четырем творческим объединениям: «Удивительный мир гитары», «Школа театр моды», «Волшебный мир оригами», «Декоративно-прикладное творчество». Педагоги презентовали работу каждого объединения через проведение мастер-классов, музыкальных аккордов гитары, создание объемных конвертов из бумаги, волшебных заколочек, оригинального представления платья-трансформера. Все участники встречи могли познакомиться с открывшейся накануне выставкой декоративно-прикладного искусства и художников-любителей среди работников образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь. Мастеровая. 2016». Выставка является одним из основных мероприятий Большого фестиваля творчества Краевого дома работников просвещения. 19 педагогов из 9 образовательных учреждений Курагинского района представили 37 великолепных работ. На краевой этап отобраны 6 лучших работ мастеров-умельцев. Пейзаж учителя из Кашурниковской школы Галины Коньковой «Река Джебь», картина «Дары Сибири» учителя Курагинской школы номер 3 Татьяны Егоровой, королевские лилии из Соломки Виктории Штехерт из Эмисского детского сада «Сказка», каркасная игрушка «Туба Матушка» педагога Дома детского творчества Тамары Матенчиной, цветочная шкатулка Анны Митряшкиной учителя Березовской школы и картина «Уголок родного края. Август. Кизир» Смирновой Ольги учителя Кордовской школы. Кроме веселых праздников, ребят ожидают и учебные занятия. Самые разные детские объединения Дома детского творчества продолжают свою работу и начинают работать новые. О дружной обстановке, царившей на этом мероприятии, говорили улыбки педагогов, восхищенные лица родителей и радостные глаза детей. Педагоги Дома детского творчества надеются, что ребятам легко будет сделать выбор объединения, в котором они будут заниматься в свободное от школы время. Кружки у нас будут разной направленности. Это и художественной, музыкального направления. Мы ждем, дорогие ребята, вас в театр моды. Учим удивительный мир гитары, а также декоративно-прикладного творчества, танцевальный. А для взрослых и дошкольников мы предлагаем платные услуги. Это английский язык, изобразительное искусство, дизайн одежды. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, мы ждем вас в наш Дом детского творчества.